Привет, это я. Сегодня с неба упала звезда. Это случайно не ты? Поедем ко мне? Я уверен, что таких эмоций ты точно не испытывала, детка. Ребятами, пошли в лес, тут недалеко. Построили гнезда канарейкам. Поставить палатки. Черебаса не будет до завтра, а то это степуха только в понедельник будет. Я реально отдам. А на фото ты выглядела страннее. Хорошие свиньи после смерти попадают в сырокопченую колбасу, а плохие в домашний фарш. Я не могу и пуха. А, блядь. Секс-кекс, ты понимаешь, о чем я? Опа, здорово. Перетрем быстро за кашу манную, за жизнь туманную. В рестик сходим, все, посидим нормально, по базар. Ты не ссы, главное, я тебе говорю.